Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 135 тысяч километров. Умер задний правый амортизатор. Здесь пневмоподвеска, поэтому штука дорогая. Новая обходится примерно 50-60 тысяч в сборе. Заказывать не стал. Заказал бэушный амортизатор в хорошем состоянии вместе с пневмобаллоном в сборе. Получил. Сейчас решил заменить. Перевожу подвеску в режим домкрата, поднимаю автомобиль и снимаю заднее правое колесо. Переводим в режим домкрата. Просто включаю зажигание. Выбираем car, выбираем setup, высвечивается вот такое меню, выбираем домкрат, включить. Все, режим домкрата у нас включен, можно выключать зажигание. А теперь поднимаем автомобиль. Поднял автомобиль, снял правое колесо, вот такое. Здесь большой амортизатор с пневмобаллоном, он в сборе идет. Посмотрел, ну, мало того, что оно болтается, правая сторона стучит. Здесь вот маслянистые разводы сверху и вот снизу на стойке под пыльником. Если взять по левой стороне, этого нету. Здесь что сверху все чисто, никаких разводов, и снизу никаких разводов нету, все чисто. Ну, левая сторона, она и не болтается, отрабатывает нормально. Но. Обратил еще внимание, здесь лазили, видать, уже стойка что-то пытались сделать, может быть, ремонтировали. Так вот. Болта одного нету, я не думаю, что он сам выкрутился и отвалился, потерялся. Быстрее всего, либо его не докрутили, когда снимали, либо его просто не закрутили. Вот это уже интересно. Ну, снималось, если снималось, то давно, потому что все грязно. Откручиваю нижний болт, вытягиваю его. Стягиваю с него стойку стабилизатора, болтик вытяну, отключаю вот этот разъем, снимаю крепление. О, отсюда лучше поддеть, а то там сломаю его. Буду когда ставить, нанопротеком его брызну. Ну и все. Остается нам только открутить болты. Болт и гайка на 18.
Теперь откручиваю болты. Дождь хочет разойтись. Громыхает, громыхает, сейчас как ливанет. Головка на 16. Конечно, конструктивно придумано, удобно. Все, все болты, 3 штуки из 4 открутил. Теперь вот здесь вот вверху, вот видно, внутри шланг на 2 зажимах, который подходит к баллону. Зажимы эти скидываем, когда выдернем нижний болт и сдернем стойку с рычага, приопустим и открутим шланг. Так, жду, чтобы дождик прекратился. Берем ключик на 12, чтобы нам сверху открутить подвод воздуха. Монтажкой выталкиваем амортизатор, придерживаем его, потому что сейчас у нас его ничего не держит. И опускаем и на весу откручиваем шланг. Как я и говорил, ключик на 12.
не хочет прокручиваться на трубке. Силиконовой смазкой побрызгаю. О, нормально, пошел. Спускаем воздух потихонечку. Значит, воздуха вышло совсем чуть-чуть. Я думал, больше будет. Все. Одену на него тряпочку, чтобы грязь не попадала. А вот теперь можно стойку выводить полностью. Подрамник получается вот этот, куда крепится стойка, алюминиевый. Я алюминиевой смазкой смажу резьбу. У меня вот такая пинга, алюминиевая смазка. А вот она стойка, это которую мне прислали, а это которую я снял. Разница, притом эта стойка не мытая. Устанавливаю на место. Закрутил. И вставляем на место.
крутил, вертел, поймал, чуть камеру не уронил. Ливень прошел просто. Я так думаю, сегодня часть города у нас плавать будет. Дальше я его вкручу, потому что не могу один подсунуть. А еще придется стойку стабилизатора ловить сзади на болт. А так резьба цепляется за втулку и крутится. Вкручиваю его и наживляю верхние болты. Вот эти два передних я наживил. Болт подобрал, правда, головка Ешка от Land Rover. Шаг резьбы, диаметр такой же. Также брызгаю и одеваю разъем. Ох, опять припустил. С шумом, с грохотом сегодня видео записываю. Дождь не дает нормально поработать. Все болты я затянул, этот последний подтягиваю, опускаю, ставлю колесо. И интересно проверить, как будет. Работать этот амортизатор. Опускаю и снимаю с режима домкрат. Опустил автомобиль. Включаю зажигание. Выключил. Ну и... Слабая батарейка. Сигнал показал. Сейчас надо менять во втором брелке. Так, ну что, никакой ошибки нету по подвеске. Накачал в оффроуд. Опустил автомобиль. Хочу выйти покачать его, как будет амортизатор себя от руки попробовать, а потом на дороге уже. Прокатился, проверил. Амортизатор работает, пневма работает. Постоит дня 2-3, проверю, как будет падать, не падать, потому что штуцер закрутил, наверх поставил, мыльным раствором не проверял. На этом все, замену задней правой стойки я закончил, всего вам доброго.